Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Влад. Продолжаем играть Сталкера. Очередная серия на Темной долине. В прошлой серии мы не смогли помочь этому Сталкеру долго в тот пули. Его тут друга взяли в плен. Мы взялись помочь, а его там, блин, убили по дороге. Не знаю, какой-то баг был. Непонятный. Вот этот парень. Так. Разве куда им ходили? Нет, еще был Серега. Не знаю, куда он пропал, ничего не слышал. Так вот, блин, этого Серегу мы должны точно спасти, либо мы не сталкеры. Потому что это писец просто. Я не знаю, там что-то багануло, и они по пути убили его. Хотя мы сели также на другом конце дороги, как нам и сказали. Произошел какой-то баг. Да ладно, бывает. Так, идем. Бродить в этой части мы будем по заводским помещениям. Здесь у нас на Темной долине, кто не знал предысторию вообще зоны, здесь находились комплексы, это комплексы фермы и силосные комплексы, которые обеспечивали сотрудников ЧАЭС с едою. И небольшой завод по производству деталей для ЧАЭС. Сейчас мы лезем именно в часть силосную. Тут небольшие такие трубопроводы всякие, блин. Как говорится, они тут не святым духом питались. Так, вот насчет второго. Был небольшой заводик по производству деталей. Так у этого заводика была подземная часть. Как говорится, его лаборатория, которую мы ищем, лаборатория X18. Конечно, это уже переделано немножко название. Так вот, вход в эту лабораторию был довольно-таки секретен, поэтому... Чтобы войти в нее, нужно было... Сработала система двух ключей. То есть, один ключ вы вставили, и второй вставили. Одновременно повернули и прошли. Так вот, у нас есть только пока что один ключ. Второй ключ находится у некого Борова. Это главарь бандюков вот этих, которые обосновали здесь на Темной долине. Сейчас будем ключ этот забирать. Так, нас пока не заметили еще. А вот уже, я думаю, заметили. Вот они. Так, братишка. Блин, калаш просто, не знаю, размолачивает их. Как детей. Держи аптечку. Сергей Стамеска, вот он, опытный друг. Фу. Давай, вали отсюда. Он что, теперь будет за мной бегать, что ли? Это печально. Ой, почка, прострелил. Ты ж, братиш, просто беги отсюда, не знаю, этот дурак за нами побежал. Вот, все, убегает. Спасли мы жизнь какому-то сталкеру. Можете ствол дать. Тут еще три живые, блин. Вот он, бандюк. Честно говоря, я не знаю, не хочу, чтобы его убивали. Я этого не хочу. Хочу, чтобы этот парень жил. Дурачок, уходи отсюда. Все, остался один жив, и это он. Ну, слава богу. Так, вот тут у нас должна быть потрясающая нычка. Да. Да, вот она, колючка. Ну, загорайся. Что такое? Ладно, пробежим. Так. Ну, хоть кого-то спасли, елки-палки. Не просто так ползали здесь. Так. Вот эта часть игры довольно-таки хорошо будет обустроена в чистом небе. Так как ее тут забацают. Тут же обоснуется, насколько я помню, свобода. Так, еще один жив. Вот, живой какой-то, показывает нам значок живого. И это наш друг, нейтрал. Залазим. Ты кто, брат? Еще один, Серега, так, блин. Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Да, без проблем. Пульт управления как? Находится на стене. Ага, вот он. Ну, норм, вообще. Выходи.
Спасибо, друг! Я твой должник. Да не за что. Сталкер всегда поможет сталкеру. Так, он тут надал информацию про Борова. Ага. Потому что у него ключ от какой-то подземной фабрики. Ну, короче, этот чувак то, что нам нужно. Так, все. Двоих освободили, елки-палки. Мы просто, я не знаю. Спасители. Ну, одного профукали. Ладно, фиг с ним. Нет, конечно, не фиг с ним, он был отличным сталкером, но. Там какой-то баг был, чувак, мы не виноваты. Смотрите, кто к нам... Опа! Увидели этот баг? Это был баг. Только что было написано 5 человек, и вдруг здесь появилось 21. Это что у них была? Система супермаскировка? Или я не знаю, как это называется? Весело. Опа! Да тихо, 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 тихо. А, мы своего зацепили. По нему стреляют. Блин. Ты козёл, и ты тоже, блин. Серега. А он уже даже калаш взял. В принципе, мог отстреливаться даже слегка. Ну, конечно, он не такой жесткий, как мы. Прицел, отличная штука. Как ни крути. Так, ладно. Я, блин, там сейчас, по-моему, второго завалят. Это... Опа! Ёлки-палки. Опа, вот он, Боров. Что-то калаш косит слегка вверх. Отдача какая-то неправильная. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот там какой-то мочилово. Либо тут наш Серега второй взял все-таки калаш. Аптечек пошел войной против этих ребят. Честно говоря, фиг его знает. Но это, в принципе, довольно-таки смешно. Мы и здесь отбиваемся, а он там крошит этих. На батоны отправляет. Опа, улучшенные патрончики, аптечки. Все это по-быстренькому собираем, потому что хотелось бы, честно говоря, тут... Так... Опа, у нас кто-то не возьмись, взялся костюм. Это что такое? У нас же не было его. А, стоп. А, фу, елки, это наш костюм. Я думал, уже все, глюк, поплыл я. Так. Давай. Так, это неправильная пропись, Брэд. Не такая пропись, какая должна быть в игре. Поэтому этот хлеб не действует. На этой карте много плюшек, можете полазить. Вон сколько нычек было, сколько я не взял. Там только вот парочку с артефактами, которые я знал. Просто если у вас будет время лазить. Вот просто зашли, взяли какую-то определенную там точку за основу, куда вы должны вернуться. И пошли ползать. Почему этого не делал я? Ну, у меня нет времени. Я вам, честно говоря, хочу вот за одну часть успеть показать вообще, ну... Пройти вот тут вот немножко и показать, что же находится в лаборатории X18. Потому что как-то разделять эти части мне бы не хотелось. Так, все, найти вход в лабораторию. И слава богу. Здесь вот нычка какая-то, проверим. Опа, кристаллическая колючка. Ну это вообще нам фартит, не знаю. Какой идиот оставил здесь кристаллическую колючку? Блин, он бы туда еще положил экзоскелет. Вообще было бы супер бы. Так, куда нам? Туды. Давайте сохранимся, что ли. На всякий случай. Опа, еще один артефакт есть. Нам прям прет, я вам скажу. Хотя, конечно, клондайк артефактов будет на станции радар. Уф, на станции локации. Но там от них уже толку никакого. Потому что... Там нет продавцов уже, там все. Амбец. Опа! Тихо. Чувак, тихо, тихо. Чувачок. Чувачок, тихо. Блин, калаш тут просто, я не знаю. А, вот, костюмчик. Костюмчик. Наш слегка потрепанный, я не знаю. Блин, пока оставим, я не знаю. Хотя у нас перегруз жесткий идет. Что-то пусто. Хедшот. Ай-яй, отлично. Опа. В голову хедшот. А, как говорится, скилл не пропьешь. Мастерство, но есть мастерство.
Опа, капля у него, артефакт. Честно говоря, хотелось бы донести до вас такую информацию. Тут покопался и понял, что у меня есть сталкер чисто небо лицензия. Как говорится, лицензия на в Африке лицензия. То есть у меня есть возможность поиграть по интернету с ребятами. Так что вот... Опа! В комментарии отпишитесь там под этим видео. Нужно ли это или нет. Ну, интересно это вам будет или нет. Я, в принципе, могу записать где-то минут 20, наверное, 25 такой бой по интернету. Сталкер чисто небо, говорится, просто месиво. Может, кому-то это будет интересно. То есть, если нужно, вот в комментариях напишите, я сделаю. Такая возможность у нас есть. Так, нашли мы дверку эту. Заходим. Все, использовали мы оба ключа и зашли. Найти документы. Вообще, довольно-таки такая запутанная. Вот именно сюжет сталкера, он просто отличный. Все эти документы. Еще капля. Отлично. Слушайте, мы тут позолотимся просто. Так, врубаем фонарь. Нифиг. Это что было? Отлично. Нас хочет убить тазобедренная кость этого скелета. Не будем с ней соперничать. Опа, мастер Дима Седой. Отлично, что у него с рукой? Она вросла в него и задушила его самого? Он сам себя задушил? Вообще довольно-таки смешно, какого фига здесь делает сталкер. В таком костюме, да еще и мастер. Какого фига он тут идет и как он тут умер еще на самом входе. Так. Кто-то стучит. Нет, не нравится. Так, найти код от двери. Куда пойдем? Опа, артефакты. Здесь что-то кричит радиация. У нас какие-то установки, не знаю, вот видите. Это был наверху стоит стандартный заводик по производству деталей с маленькими там кран и так далее. Там все, у меня склады есть. А внизу какая-то вот тайная лаборатория. Она, конечно же, придумана. Я не знаю, что тут экспериментировали. С реагентами радиации, что ли? Потому что тут какая-то радиационная ванна, в принципе. Радиационная ванна Чернобыля. Зашел и вышел здоровым. А потому что убивает все болячки вместе с ее носителем. Так. Что за ведра? Что за ведра тут скребутся? Здесь что у нас? Там снорки. Ёлки-матрёлки. Заклинило оружие, ё-моё. А, он сгорел. Тут трупак какой-то лежит, интересно. Витя блатной мастер. Да что ж тут так на мастера прёт? Мастера в этой подземке прям ложатся. Да, блин, давайте сохранимся. Тут что-то как-то жестко жарит нас. Почти на пол хп. Так. Система шпилинг. Работаем по костелскому. Кидаем болт и бежим. Так. Сохранимся. О, елки-палки. Мы нажали загрузку вместо сохранения. Блин. Ай, ладно, мы, слава богу, что мы сохранились в метре. Да ладно, всем люди. Даже, не знаю, не хочу это вырезать. Такой мгновенный фейл. Я думал, не достает большого дискомфорта. Что-то сюда затряслось. Ох, нифига! Один, два, четыре, три. Ребята, вы запомнили? Что-то этот огонь жарит. Либо наш костюм вообще не приспособлен к огню. Что у нас здесь? Ух ты! Для подствольника. Так, эту хрень задолбался уже пить. Как алкаши уже жахаем ее. Кечка. Опа, костюм. Какой-то странный костюм был. Сейчас посмотрим, что это за костюм был. Так, что у нас там за костюм был? Калаш с подствольником. Не, ну я свой скорострельный ни на что не променяю. Тут что у нас? Комбинезон монолита.
Он гораздо хуже нашего. Так, вот этот, наверное, сейчас... Я его выброшу, нафиг они нужны. Этот одену, этот поломанный тоже выброшу. Да и калаш на тему-то цепите, все, и приспеть к нашему, елки-палки, делов-то. Все, у нас теперь вообще не калашов. Фауст. На кнопку В английскую у нас включается подствольник. Все, не знаю, мы в полном боекомплекте. Готовы крушить и ломать. Теперь бы врагов еще найти. Так, вот он. Вводим. 1, 2, 4, 3. Это пароль, я не знаю. Такой серьезной лаборатории, такой пароль. Я думаю, сейчас будет там 555, 4328, там 444 и так далее. Какие-нибудь огромные пароли. Что у нас здесь? Какие-то звуки ведер непонятные. Не знаю. Опа! Что это полетело? Найти код двери. Тут, не знаю, что-то странное происходит. У нас кто-то кидается ведрами. Это что? Опа! Ёлки-палки, да у него рожа хуже, чем у этого. Еще один. Что это? Отношение нейтрал. Это контролер, которому ампутировали ноги, что ли? Или что это? Какие-то полтергейсты. Задолбали. Так. Куда нам пиликать? Еще один. На. Блин, у всех одна и та же рожа, елки-палки. Я не знаю. Она как будто из говна слеплена. Куда кусок. Кусок колбасы летает, типа непонятный. Ну да ладно. Да ля, еще один, вы что? Почкованием размножаетесь, что ли? Причем я не знаю, это они походу кидаются, да, они вроде как электрические, воздействуют на магнитное поле. Опа, здесь какая-то силовая, нас что-то кинули, силовая какая-то установка с реагентом. Все это выглядит довольно-таки внушительно, все эти затворы. Крупный заводик был. Так, мне надоело получать по башке уже. Ну хорошо, елки-палки. Ай! Здесь какая-то нычка. Опа! Ночная звезда, елки-палки. Опять комедион монолита. Да нафиг он нам нужен? За 10 тысяч. Все, валим, валим. Не знаю, что-то взбесились эти кастрюли. Давайте сохранимся, мне это не нравится. Так тебе надо попасть именно на сохранение, хватит нам загрузок. Что-то зажахало прям конкретно. Все трясется. Все, не знаю, что это такое. У нас фонарь работает, работает. О, у нас есть ночнуха. Отлично. Хотя давайте вырубим ее. Чё здесь все трясется, я так не пойму. Ау! Здесь кто-нибудь есть? Это чё за... Мы из сталкеров Кинг-Конга перешли? Тут Кинг-Конг где-то есть? Я надеюсь, его размер гораздо больше, что двери, если чё, мы сможем бежать. Ладно. Пойдем дальше. Чё такое? Блин! Честно говоря, пока нифига не пойму, тут то ли это библиотека из метро, то ли это Кинг-Конг. Нашли какой-то холодильник, понятно. Кто здесь? Вон он бегает, какая-то хрень огромная. Ух ты! Где наш подствольник? На! Это чё за хрень? Это тот же самый полтергейст обрубанный, только с ногами? С руконогами? Ну и рожа.
Я не знаю, как они называются. Вроде как псевдогиганты, если мне не изменяет память. Давненько их не видел. Прикольная штука. Ох ты! Коллега, напоминаю, И-86 поставим. Приступаете к обслуживанию резервуара в центральной лаборатории. О, центральная лаборатория. С периодичностью в 2 часа. Окей, будем проверять их. Код доступа к центральной лаборатории 9524. 9524. Блин, не забыть бы. Так, все, выбираемся, я не знаю. Что-то плющит кого-то. У нас теперь перегруз. Давайте пострелять с этого ила. Я хочу пострелять с ила. Так, нам куда? Еще один! Огонь! Огонь! Я очищу эту землю от полтергейстов. Непонятно, куда мы пришли. А, нет. А, вот, все, что мы тупим-то? Нас на карте да показывает. Еще один. Дело чести его убить просто. Чё за фигня, он чё, бессмертный? О! Ай, мы из сталкеров, ребят, переименовались в этих. Охотники за привидениями. Ghost Masters. Отлично, опа. Что за дырка? Так. 9524 или как там? О, прикиньте, правильно. Так, не порадовал меня эта пушка, нафиг ее выкинуть. Блин, сохранимся. Входим. Что здесь, какие-то трансформаторные установки, компы до исторического времени. Я не знаю, на чем они работают, походу на Линуксе, либо на Макинтоше, либо Мак, либо Линукс, точно. Так, нас что-то плюхнуло. Здесь что? Здесь ничего. Опа, крыса. Какие-то. Не знаю, что здесь. Здесь хоронили собака, которая хранили эту лабораторию или что? Такие мажорами такими стали, что открываем уже ящики выстрелами с калаша, потому что накопилось 300 патронов. Блин, артефакты мало весят, но, блин, когда артефактов становится много, набирается весь хороший. Так, здесь какие-то установки, я не знаю, что в них. Что это за... Кто это, ёлки-палки? Это алиен? Чужие, что ли? Ёлки-палки, так вот откуда они? Их в сталкере делали, ёлки-палки, а мы не знали. Кто орёт? Опа, дверь загорелась. Что это такое, ёлки-палки? Только это полтергейст, который огнем дышит. Тихо. Ждем его. Вот он, пидорас. Что за писец? Где ты, зараза? Нам нужны документы, мы туда подойти не можем. Ну харе, сверлить огнем. Во, все. Взяли какую-то желтую бумажку, нет. Этот парень нас ударит. О! Только от него ничего не осталось, он развалился на куски. Что-то нас плющит. Тихо. Куда? Ой-ё. Что случилось-то? А, вот ролик, отлично. ЧАЭС, довольно красиво нарисовано. Слушайте, обожаю эти ролики. Крысы? Давай. Фу, у него обрезанный калашников. Стрелок, ты просто никчемен. Блин, мы же бегали с тем калашом, и мы поняли, что гадюка М5 гораздо лучше. Какой-то Назгул из Властелин колец. Ну да ладно.
Фух. Группа 1 и 2, проверить первый этаж. Группа 3, главный зал. Какая группа? Пятая, какой зал? Кстати говоря, зал-то купольный. Довольно-таки красиво обустроенный. Я не знаю, что за существа у меня до сих пор втирают. Я так не понимаю, что это такое. Они еще и трескаются, отлично. Это реально какие-то алиены, либо это мистер Апельсинка, я не знаю, что это. Если вы знаете, напишите в комментариях. Так. Чё, как, куда? Окей, бежим. Бежим. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля, тру-ля, тру-ля-ля. Ну же. Что за лестница бесконечная? Опа! Ёлки, в обойму всадили, ему пофигу. Это чё за? Какого фига вы тут делаете? Всё-таки зря мы этих бандюков завалили. Они охраняли эту точку от войны. Честно говоря, я чуть не обделался. Реально, спецназовец, блин, вылез из ниоткуда. Где еще один? По нашим данным, тут еще один. Блин, с абаканами все. Не абы какие, блин. Засранцы. Вот. Ё-моё, да чё за терминаторы? Что, что, куда ты не стреляешь? Он нам пол хп приснился, мы столько птичек профукали. О, осколочная граната. Чё за демон такой? Выходим нафиг отсюда. Не знаю, как они сюда проникли вообще. Чё за... Мне не понравилось-то. Какой-то амбец. База 034, мы на точке. База, я стрелок. Понял, начинайте я работать. Даже не знаю, что за база. 032, набрасывай свои на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Так, давайте отведем немножко дух. Фух. Вечерый. О, Сидорович. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Закрыли дорогу на свалку. Вот гады, а. Как они сюда пробрались, непонятно. Ладно, давайте, дорогие друзья, на этом и закончим эту часть. Размолотили мы всю эту X-18, нашли документы и поползали тут везде, посмотрели что да как. Нас осадили военные, нам теперь нужно сюда выбираться, но это будет уже следующая часть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.